С 1 января в Ульяновской области вступил в силу закон, который устанавливает новые правила продажи алкоголя в рюмочной. Если до него эти заведения могли обходиться парой столов и барной стойкой, то теперь там должно быть как минимум 24 посадочных места, санузел для посетителей и хотя бы микроволновка для разогрева пищи. Какие-то рюмочные начали переформатироваться еще до 1 января. Однако, по словам представителей власти, не все успели поменяться. Те из предпринимателей, те из малого и среднего бизнеса, которые по разным причинам считают, что эти требования излишни, что их заведения в том состоянии, которое сейчас с помощью мониторинга выявляются, достаточно и удобны, и ничего они там делать и изменять не будут, я думаю, что они на себя, в хорошем смысле, навлекут, прежде всего, и негативные мнения всего населения, которые будут уже формализованы в виде конкретных жалоб, конкретных сигналов в различные структуры. Они навлекут на себя системную контролирующую работу на основании этих жалоб, а жалоба является способом и посылом для внеплановой проверки. Они навлекут на себя проверяющих органов, Роспотребнадзор, ОВД и многие другие вещи. И в конечном итоге просто лишатся лицензии. В поисках нерадивых рюмочных мы решили провести независимый рейд по некоторым из них. В роли обычных посетителей мы отправились в заведения, расположенные в Ленинском, Цесвияжском и Железнодорожном районах. Однако, на наше удивление, все они отвечали основным требованиям. Столов хватало, микроволновка работала и туалет был доступен. Разве что к санитарному состоянию некоторых из них все-таки были вопросы. Например, в Засвияжской рюмочной штукатурка с потолка обваливается прямо над одним из столов. А в заведении на 4-м микрорайоне вообще страшно зайти, в нос сразу бьет ужасный запах. Нельзя не сказать и о контингенте этих мест. Мы побывали в 4 заведениях, и в 3 из них основными посетителями были, судя по внешнему виду, изрядно пьющие мужчины за 40. Как вот относитесь вот к таким закусочным в жилых домах? В жилых домах? С уважением. Знаете почему? Скажу маленький вопрос. Вот раньше, помните, все выпивали по свиягам, там, по закуску, это, кидали бутылки. А сейчас туда же? Да нет, вы что? Вот за поезд работал человек, с устаточку зашел, выпил и ушел, понимаете? Вот в чем дело. Да, возможно, они теперь смогут закусывать теплыми пирожками и перестанут гадить за углом. Но легче ли от этого будет их домочадцам и жителям домов, прилегающим к рюмочным? Понятно, что закрыть все питейные заведения нельзя. С этим соглашаются и представители власти. Но все мы с вами стремимся к тому, чтобы слово рюмочное, закусочное, мини-кафе, бар с точки зрения качества внутреннего содержания было достойным 21 века. Однако говорить о том, что вопрос с рюмочными окончательно закрыт, наверное, пока еще рано. Игорь Улитин, Юрий Коникин, Новости дня, Ульяновская правда.